в Армении. Телеканал «Казахстан Актау» представляет «Незабываемая поездка в Арзни». Как же провела свой отдых победительница телевикторины «Лови удачу» в солнечной Армении? Армяне встретили нас в аэропорту с песней «Аспанга Караймон». Первое утро в Арзни. Какая чудесная природа. Знакомство с курортом, с его достопримечательностями и услугами. Да, Ирине, пожалуйста, расскажите. У меня бывает колики, бывает. А это путешествие по знаменитому озеру Сиван, крупнейшему и чистейшему источнику пресной воды на Кавказе. Да, курнес, тамаша, узернес, нахвальца. Знакомство с жителями Армении. Гарни и Гигард – многовековая история Армении. Знаменитая армянская кухня, включившая в себя кулинарные шедевры, рецепты которых передаются из поколения в поколение. Победительница викторины «Лови удачу» собирает яблоки. Армянский народ очень музыкальный. Горы рождают мелодии. Саня Маяпа не боится пчел или история о том, как мы стали пчеловодами. Все это и еще многое другое скоро на телеканале «Казахстан Актау». Хотите узнать подробности об отдыхе в Армении нашей победительницы? Тогда не пропустите новости о незабываемой поездке в Арзни. Этот солнечный день загадочной страны, второй по счету для отдыхающей в Арзни, Санимай Турдыбайқызы. Как мы и обещали, наша героиня будет поправлять здоровье в клинике у лучших специалистов. Здесь нас встретила дежурная медсестра, которая ознакомила нас с учреждением и направила к врачам. Значит, здесь медсестра дежурная, здесь старшая медсестра. Я вас пробажу, сделайте в первую очередь ЭКГ. И потом вас посмотрит врач, сделает назначение вам. И будете принимать процедуры по назначению врача. Идемте. Я сейчас пробую. Ваш врач сидит здесь. Врач Бажикян. Таким образом, Сани Маяпа начинает все процедуры с ЭКГ. Далее врач назначит лечение. Значит, здесь находится кабинет электрокардиограммы. Сейчас вы сделаете кардиограмму. После этого врачи только. Хорошо. Ну, пожалуйста, Эльмира. Пожалуйста. ЭКГ прошли. Теперь пришли к врачу Анаид Бжикян. Скажите, что вас беспокоит? Со стороны сердца, давление. Пожалуйста, расскажите. У меня бывает колики, бывает. Рука в основном? Так не могу поднимать. Сани Маяпа рассказала врачу о беспокоящих заболеваниях, после чего Анаид Бжикян выдала назначение. В общем, я при обследовании мы сделали кардиограмму. Завтра у нас будет анализ крови и мочи сделан в нашей лаборатории, так что уточнится диагноз, но чтобы сегодняшний день просто не прошел для нее, она тем более заинтересована обязательно что-то получить, я ей назначила легкие процедуры, которые под наблюдением моим и всех медсестер в любом кабинете. У нас очень опытные, хорошие медсестры, очень подготовленные. Она будет принимать эти все процедуры. Лечение у опытного врача Арзни получают многие туристы с разных стран мира. К примеру, эти люди приехали из России. Общее впечатление очень хорошее. Замечательный персонал. Очень внимательный, очень доброжелательный. Замечательное лечение. Все, что нам врач посоветовал, все полезно. Замечательный доктор наш. Замечательный доктор наш, да, лечащий врач. Питание замечательное, домашняя пища.
чистота необыкновенная, идеальная чистота. Персонал старается, видно, что старается, видно, что он любит свою работу, дорожит репутацией своей. Вот мы, действительно, мы здесь первый раз были. Случайно, нашли в интернете, совершенно случайно. И не думали, что так будет хорошо. И будем рекомендовать всем друзьям и знакомым. Ну, я живу тоже в России, в Челябинске 25 лет живу. Год один раз на родину приезжаю, сюда приезжаю на лечениях. Мне очень нравится, все хорошо, все идеально, лечение очень помогает. Могу сказать, если не понравилось, я сюда же не приехал бы. И уже друзей посоветовал, они тоже рады уже. После знакомств с другими пациентами и гостями Арзни, Санимай Турдубайкозе приступила к процедурам. Больного назначено синусоидальный модульный ток, СНТ. Это для радикулита, для ищаса, остеохондроза, улучшает кровообращение, снижает боли и противовоспалительные процедуры. Электромассаж. Похоже, процедура пришлась по душе для нашей Санимайпа. Она сразу же почувствовала себя лучше. У вас есть жалобы со стороны горла и носоглотки, поэтому я считаю, что вам надо обязательно принять это. Хорошо. И еще у нас есть орошение десен, опять-таки с нашей минеральной водой. Очень благотворно воздействует на десна. При различных там дистрофических изменениях укрепляет десна, корневую систему зубов и укрепляющий хороший санирующий эффект дает наше орошение. Спасибо. Так что, пожалуйста, обязательно. Спасибо. А эта процедура очень полезна для десен и полости рта. Самое интересное, что для этого врачи используют минеральную воду Арзни. Хотя я нахожусь еще в процессе лечения, но после второго-третьего сеанса я почувствовала достаточный эффект. То есть происходит очищение после ингаляции, а сразу промывание десен укрепляет. Сразу я почувствовала сразу после первой процедуры. Өте жақсы кислородпен демалдым. Кәдімгі кислородпен миға негіреттен береді жақсы. Әсерін бірден байқадыңыз ба? Әсері жақсы. Сондай адамды успокоение, күшті болып қалдым кәдім. Процедуры и медицинский персонал очень понравились актауской гостье. С чувством легкости она покинула клинику, потому что завтра ее ожидает другой этап лечения. В санатории Санимайапа уже успела встретить земляков. Впрочем, отдыхают здесь не только актаусы, но и жители с других регионов Казахстана. Актаудан келдим, емделуге өте жақсы. Табиғаты, таулар, енді жақсы ұнайды, өте ұнайды. В Арзни все медицинские процедуры принимаются до обеда. После люди отдыхают на природе. Вот и Санимайапа после лечения предпочла ознакомиться с историей и культурой Армении. Поэтому наша героиня обратилась в турагентство за помощью. Здравствуйте. Анна. Здравствуйте. Я рада приветствовать. Спасибо. Спасибо. Наш санаторий. Присаживайтесь. Специально для вас можем организовать туры по достопримечательностям Армении. Сотрудница агентства Анна посоветовала нам посетить выставочный базар, куда мы и направились.
Вот мы и на месте. Невероятная картина. Кругом предметы, несущие национальные ценности армян. Их разнообразие и эксклюзивность завораживает. Это все ручная работа. Конечно. Что делать, вы сами? Я сам с друзьями. Пожалуйста. Рахмет. Құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар, мына нәрселердің барлығы қолдан жасалынған, яғни ауырлығы да бар. Сыртына қарасаң, шынымен де нағыз еңбекті қажет ететіні көрініп тұр. Және бұл нәрселерге қарап тұрып-ақ, өзіміз де біреуін сатып алмасқа болмады. Сондықтан, мен де біреуін сатып алдым. Взгляните на это. Среди тысяч вещей я наткнулась на интересный предмет. Спросила у продавцов, так они ответили, что на ней изображен обычай кражи невесты. Невероятно. Прямо как наша Алпкашу. Здесь у нас казахтар да имес, армян да говорите. Тогда она сувенирный узен деде. А это жатр? Ягни, Алпкашу или жатр? Магнан Бедридике. Нет. Город Тусидар. Пока Саня Майапа выбирала подарки и сувениры для родных, мы также не теряли времени и искали необычные изделия ручной работы, имеющие некую историю. С вас 30. Вот. Правильно. Удачи вам. Рахмет, Кукков. Рахмет. Егер сіз жеңімпазымыздың үйіне қонаққа бара қалсаңыз, дәл осы дыстан жеміс-жидек жейтін боласыз. Какой насыщенный день получился! Получили море впечатлений и, конечно, закупились необычными сувенирами. Подустали немного, но на обратном пути наш водитель Мехер взбодрил казахской песней. Жена тендегенім бүгін енді бірнеше процедураға ұрладым. Енді және алдымызда менің мана кітапшамда жазулы таңертен мысалы менің қан алып тексереді, мана ЭКГ түсірді, сосын анализдер алады, сол арқылы арғата мен әлі ем жалғасып, мен бұйыртса сол емдерін түгел алмақшымын. Сол алғаннан кейін бұдан да жақсы боламын деп ойлаймын.